стали известны подробности ДТП на объездной автодороге в Екатеринбурге. По уточненной информации, автобус с мигрантами не перевернулся. Транспортное средство, по словам очевидцев, по неизвестным пока причинам занесло, развернуло на асфальте и выбросило сначала на встречную полосу, а затем на обочину. Маршрутка снесла ограждение. После этого в нее въехал другой автобус. Сообщается, что пострадавших нет. Из-за происшествия на некоторое время на объездной автодороге образовалась пробка. В ГИБДД факт аварии официально подтвердили. Подробности и виновники ДТП выясняются.